Христос воскрес, воистину воскрес. Вот так получилось у меня. Да, ну вот тут надо ложкой. Немножко так на формочке получилось. Это творожная запеканка. Здесь еще натуральные ягоды добавила, изюм добавила, сахара. И вот как сироп такой. Такой кекс тоже мы уже съели. Почти. Тоже там яички, что остались. Ну и как бы немного их делала. Все, всем добрый вечер. Я с работы. Сегодня что-то вообще никакая. Сегодня воскресенье. Кстати, Христос воскрес. Воистину воскрес. Я всех поздравила. Меня тоже спасибо. Вы тоже поздравили. Кажется, что недостаточно света. Тут мою уже формочку помыли. Хлебопечку уже в сторонку убрали. Надо будет на место убрать. Сегодня на работе тоже там яйца угощали. Пасху притаскивали. У нас на работе столько пасок непроданных осталось. Дофига. Я не знаю, куда их столько заказывали. Вокруг столько магазинов. Многие еще сами готовят. Ну, то есть, приготавливают пасху, поэтому очень много. И на остатки дофига осталось, честное слово. Я помню, в ту пасху у нас на следующий день, по-моему, на следующий день, и еще там последующий день по 10 рублей продавали. И брали, кстати, там на чай. Идут, пасху покупают. Чай, все такое. Мне мои яички оставили тоже. Ну, какие красила, какие вот в наклейку. Где вот немного треснуто было, прям чуть-чуть. Я в наклейку такие вот милые. А куда их много? Что же столько и желудок не съест, столько пасхи. Попробовали вот эту, которая творожную я делала, как поняли, да? Там же, получается, я ягоды добавляла, изюм, и оно как в сиропе. Оно получилось как творожная масса. Ну, сладкая. Нет, если в следующий раз творогом, то буду по-другому делать. Ой, блин. Что, сегодня я как это... Как коза носилась по магазину. Завтра же будет у нас акция эти скрепыши опять для ребятишек. И на работе эти баннеры повешать, плакаты повешать, наклейки наклеить. Короче, столько всего. Топеры, что только нету, шелбанеры. Господи, всякие такие новомодные слова. Ну, кто в теме, тот в теме поймет. Короче, везде, везде реклама. Ну, нас уже заранее навезли эти коробки со скрепышами. И вот завтра на кассе я представляю, что будет опять. На улице у нас сегодня плюс 24 днем было. Прикиньте, уже так резко плюс 24. Я нам вчера говорила, Славка на дачу звал 10-11 числа. 9 он, по-моему, выходит работать. Славка, Пашка Эдуардовна, брат, на дачу это. А я посмотрела, я 9, 10 и 11 работаю. У меня этот месяц будет загруженный. Я взяла дни. Ой, там учет. У нас же, я говорила, да, директор уходит, новая приходит. И, короче... Опять магазин, как считаем. Ну, то есть, не то, что прям закрыли магазин, считаем. Нет, там каждый по отделам, ну, все такое. Вот, у меня, ну, как мы старшие кассиры, у нас на подотчетность, ну, как не подотчетность, эти сигареты. Там отдельная комната. А, ну, все, потом. Вот, отдельная комната и... Так, 7 числа у меня там неполный день будет.
я буду подготавливать, потому что там МРЦ разные, все такое. Что-то у нас больше никто не захотел из наших, блин, считать. Я что-то подорвалась, а, блин, ну давайте я. Сама ни разу не считала сигареты. И 15 числа, ну, буду уже там с ТСД считать. Вот, как-то так. Даже не представляю, блин. Он говорит, самая такая заморочка это с сигаретами, потому что если что-то не пойдет, потом надо опять пересчитывать, это, конечно, время. Ну, сначала буду склад считать, ой, склад, нет, склад, наоборот, в последнюю очередь, буду зал считать, где вот эти подвесные, тоже на шкаф у нас с сигаретами, а потом пойду в склад считать. Вот, посмотрим. Ой. Надеюсь, не до позднего вечера. Не знаю, как это будет выглядеть, но девчонки у нас бывает до самого позднего-позднего. Если что-то там не идет, и у них выходит на пересчет. Вот такие дела. Я даже морально как-то не могу. Морально, блин, ну как сказать. Только представлю, как вот это все будет выглядеть, и мне ж плохо. Вот, ладно, ребята, буду отдыхать. Завтра у меня смена с 9. Вот. А послезавтра буду склад подготавливать к подсчету сигарет. Чтобы все порядок там был, потому что там вот так вот как попало. Ладно, все, мои хорошие, заканчиваю. Всех с Пасхой. Всем здоровья, счастья вашим семьям, близким. Вам в первую очередь. Все, всем пока. Пока-пока.